огромная корпорация, огромный небоскреб наверху, в пентхаусе, кабинете таком сидит руководитель корпорации, ну и не знает, чем заняться. Вы знаете этих руководителей корпорации, они все не знают, чем заняться, значит, бездельники, миллиардами ворочают. У него только что был секс с секретаршей, и вот он сидит и думает такой, вот, был, вот это интересно, это что, была работа? С одной стороны, рабочее время, с другой стороны, какая же это работа, да? Называет своего зама, говорит, слушай, вот такая история, скажи мне, пожалуйста, это работа или это отдых? Зам призадумался, вызывает своих замов, говорит, слушайте, ребята, вот такая задача босс поставил, надо решить. Это работа, нужно обоснование. Работа или отдых, что это у нас так? Те своим замам дальше вниз, вниз, вниз по небоскребу опускается это задание. Доходит до самого подвала, в котором сидит один работник настоящий. У него 46 телефонов, 35 мессенджеров. Он везде отвечает на все вопросы, компетентен и весь в мыле такой, да, находится. Ему звонят, спрашивают, вот такая история, скажи-ка, пожалуйста, это что, работа или отдых? Говорит, конечно, отдых, если бы это была работа, ее спустили бы мне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты и... Удачи, пока!